Здравствуйте, магазин «Лючит. Серебряные украшения». Сегодня мы смотрим с вами бренд «Сила природы». Начнем с вот такой интересной модели. Здесь у нас камень кварцит. Да? Мы помним, что все украшения «Сила природы» имеют вот такие индивидуальные бирки, в которых полностью подробно подписано, какие камни в нем стоят. И, конечно, все работы авторские, все работы выполнены именно под камни. Камни здесь все коллекционные, и у каждого изделия есть индивидуальный номер, который прописан на тыльной стороне изделия. Вот видите, такая бирочка с индивидуальным номером. Итак, первая у нас «Волшебная зима». Но здесь действительно прям такой, знаете, как хрустящий снег, вот такие красивые кальциты. Читаем с вами аннотацию. Друза кальцита белого, кстати, российская, 31,7 карата. Украшен топазом Sky, аметистами, цветными сапфирами. Знаете, какая интересная работа. И тоже такой, знаете, прям хороший жирный бонус от силы природы, что все колечки у нас безразмерные, да, то есть вы аккуратненько для себя его можете поджать либо раздвинуть. Причем все выполнено таким образом, что камни держатся, никуда они не двигаются, ничего не происходит. Вот такая вот эффектная, интересная работа. Примерю себе колечко на 17,5. И посмотрите, он практически фалангу занимает. Вот такой вот роскошный перстень. И серьги к нему. Серьги у нас идут. Ну, здесь прям фантазия автора, посмотрите, снежинки явные, да, такие вот летят узорчатые и по низу, и по верху, тоже друза кальцита, тоже приятная особенность бренда «Сила природы» в том, что у них, видите, у сережки есть вот эта вот петелька, которая дает возможность регулировать нажим на мочку. То есть у вас, если тоненькая мочка, вы посильнее для себя ее поджали, и получится, как бы, что сережечки плотно-плотно сидят на ушке, не заваливаются. Смотрите, какая красота. Для тех, кто любит сложные украшения, которые, видите, здесь прям много так навороченной работы по серебру, много элементов подвижных, да, вот сбоку, видите, такие подвесочки с аметистами. То есть это явный эксклюзив, это комплекты для торжества, для праздника, для выхода в люди, для того, чтобы показать, насколько интересные работы есть в вашей ювелирной шкатулке. Следующее изделие. Так как изделия все очень насыщенные, да, то мы не делаем их много обычно в одном видео, чтобы можно было прям полюбоваться. Еще одна шикарная работа от бренда «Сила природы». Посмотрите, кольцо здесь у нас Boulder Opal. Boulder Opal, Австралия. 20,35 карата. Красивая очень расцветка по кораллу, по опалу идет. Посмотрите, что интересно, у этого кольца вот эта верхняя часть. Не знаю, будет вам видно или нет. Вот видите, такой подвижный контур, да, то есть такая дополнительная, вот опять же, изюминка. Боковые у нас камушки стоит иолит, дымчатый кварц и аметист, и бриллиант черный. Ну, как опять бриллиант у нас идет вот на этой бирочке. Обращаю внимание, что качество камня у нас с тыльной стороны, мы видим вот эту текстуру опала, и с верхней стороны он, конечно, безумно красив. Тоже колечко безразмерное. Я буду примерять, ну, вот как сядут, вернее, на какой пальчик, так и буду примерять, не буду их растягивать, увеличивать. Посмотрите, как эффектно смотрится. Прям видно, работа дорогая такая, она смахивает немножко под старину, да. И сережки. Сережки здесь вообще очень интересные, так как бренд предусмотрел вес у серег не детский, скажем так. И, в принципе, видите, для рабочего дня вы можете их спокойно снять, причем их можно носить даже как подвесочку, если аккуратненько сюда продеть цепочку. То есть верхняя часть у нас относительно нижняя, они отдельно. Стоит аметист и тоже два болдера. То есть найти три болдера опала, такие, чтобы можно было их собрать в комплект, это достаточно сложно. Поэтому, как правило, вот у силы природы как-то всегда мало комплектов, где есть и серьги, и кольцо. Как правило, они делают либо подвески, либо кулоны и кольцо. То есть три камня одинаковых, сложная на самом деле история. Посмотрите, как эффектно смотрится это украшение. Хочется поближе, чтобы вы видели игру камней. Я думаю, что вы посмотрели. Еще один тоже... Ой, неудобные бирки. И дальше мы с вами смотрим еще один болдер опал. Посмотрите, насколько здесь еще более красивый. Мне кажется, болдер прям с таким вот переходом цвета. Да? Плюс вот эти позолоченные элементы по краям. Конечно, фантазия автора здесь безгранична. У нас здесь стоят аметисты, родолиты. Видимо, сейчас мы с вами почитаем. Стоит топаз Sky Blue, вот он светленький такой, бриллиантовые круги по 0,02, аметист, родолит, цитрин, опал, болдер 4,19 карата и черный бриллиант. Ну, черный бриллиант у нас стоит с вами, крошечка бриллианта стоит у нас в бирочке, да, в самой вот здесь глазочек.
Вот, то есть вот такой вот интересная работа. Сережки, к сожалению, уехали, не успели мы их записать, но прям опалы можно насладиться здесь по полной, да, достаточно крупный камень. Опять с тыльной же стороны сам основа как бы тоже осталась, да. И колечко здесь у нас безразмерное, видите, достаточно широкая ширинка, она очень ажурная, и поэтому превосходно как бы не потеет ручка, само кольцо прям парит над пальцами. Посмотрите, какая красота. Мне кажется, так эффектно смотрится. Молодцы. Хорошие камни, и камни всегда так вот хорошо доработаны. Еще одна друза халцедона у нас с вами идет. Друза халцедона Мадагаскар 13,4 карата. Здесь она, видите, такого сероватого отлива. И вокруг у нас с вами стоят топаз белый, родолит, сапфир. Ну и, как всегда, черный бриллиантик. То есть тоже, опять же, видите, взят камень за свою основу, отработан. Воздушная достаточно шинка. Вот он, элемент декоратив, ой, именной. Хотя, знаете, вот так, мне кажется, колечко более эффектно смотрится. Посмотрите, как хорошо, да? Прям очень стильно смотрится. И вот эта вот друза такого серовато-коричневато-золотистого цвета очень хорошо сочетается с серебром. И здесь у нас в комплекте есть сережки. Обратите внимание, что по оттенку немножко камни разные, да, но я говорю, всегда три камня одинаковых очень сложно подобрать. Маленькие-то камушки вот эти легко, а вот такие три больших друзы в одной форме, в одном цвете, поэтому вот фантазия автора, так сказать, безгранична для того, чтобы по максимуму использовать цельные камни и ничего с ними не делать. Обыкновенный английский замочек, совсем чуть-чуть занижен, но отрегулировать можно вот этой вот петелькой с тыльной стороны. И еще раз с вами насладимся этим украшением. Мне кажется, очень эффектно оно смотрится. И за счет того, что оно не такого яркого цвета, мне кажется, вот такие вещи можно даже... Ну, у всех разные у нас работы, но, в принципе, можно и на каждый день получать удовольствие. И еще один браслет. Он у нас из предыдущей поставки, но хочется его еще раз показать. У нас здесь с вами агат. Здесь идет... Жигута агата, Гималай, 89,9 карата. Посмотрите, тоже великолепная работа. И ко многих, к этим оттенкам камней, я думаю, его вполне себе можно для тех, кто любит, когда полностью комплект сформирован, этот браслетик можно спокойно как бы взять для этих украшений. Посмотрите, он прям огромный, занимает всю запястье, и такие вот тоненькие цепочки, которые дают возможность очень плотно его посадить на руку, чтобы он никуда не заваливался. Удлинитель здесь есть, поэтому возможность регулировать размер имеется. Мне кажется, такой интересный, заманчивый, немножко восточный браслет. Я думаю, что тоже имеет смысл на него обратить внимание. Так что наслаждайтесь игрой камней, игрой узоров серебряных, и мы, конечно, ждем вас в нашем магазине. Всего самого хорошего, до свидания!